Сегодня мы отправляем наших деток в культурно-познавательный тур. Он продлится практически целую неделю. Вообще эта программа, она проводится в рамках национального проекта «Культура». Организатором является Министерство культуры Российской Федерации. И мы сотрудничаем с Министерством культуры уже 2014 года. То есть каждый год мы отправляем наших детей, чтобы они посмотрели интересные города исторические, музеи, какие-то такие вот места, которые, наверное, в обычной поездке, ну вот при планировании поездки с родителями, дети, наверное, скорее всего, не посещают. Ну и потом эта поездка чем еще интересна для них? Она, наверное, бывает раз в жизни, они сплочаются между собой, но однозначно они это путешествие запомнят. Программа для них полностью бесплатна. Ту часть, которая проходит на материке, оплачивает Министерство культуры. А за счет краевого бюджета идет оплата вот самих билетов. Это практически самая дорогая часть, в принципе, поездки и страховки.